Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, остановка Тбилисская. Давайте смотреть новинки вместе. Набор чашек. За 199. Вот такая кружечка. Для нее. И вот такая для него. Декоративные камешки в виде сердечек. Косметички за 99. Изготовленные из полиэстера, стали и нейлона. Такие. Сервировочная салфетка 26 на 41 сантиметр, в ассортименте. $27.50. Посмотрите, какая классная рамка для фотографий. 1, 2, 3, 4, 5. На 5 фотографий. Она очень большая. 56,5 на 31 сантиметр, за 199 рублей. Изготовлена из полипропилена, стекла, картона и бумаги. Мне очень нравится. Вот именно, что она большая. Вот если, допустим, они были вот такие, вот они маленькие, а это огромное просто. Я бы прям, мне кажется, такую хотела. С такой же надписью. Кружка с трубочками. 460 миллилитров. Смотрите, какая интересная. С ручкой и двумя трубочками. За 99 рублей. Сердечки изготовлены из силикона. Еще есть розовые. Заварочный чайник 1,2 литра. Довольно-таки большой. Удобное использование для повседневного заваривания чая любого сорта. Цветочные, фруктовые, красные, желтые сорта чая. Лучше других раскрывает свой вкус и аромат. За 199. И еще вот такой френч пресс 750 миллилитров. За 199. А также имеются разъемные формы в виде сердечка. Такие квадратные. Еще такая формочка для выпекания. 20 на 4 в виде рыбки. 51 рубль. И такая форма квадратная. 25,5, 25,5 и 5,6 сантиметров. Форма жаропрочная, подходит для всех видов СВ-печей, холодильников и морозильных камер. За 199 рублей. Очень тяжелая и толстая. Прям стекло здесь толстое-толстое. Мыло натуральное, шоколадное. С маслом какао и миндаля. Для ухода за лицом и телом. До этого я показывала, было виноградное. Было виноградное мыло, а это шоколадное. 450 миллилитров, 99 рублей. Уже выставили кепки. Бейсболка за 199 рублей. Я не знаю, наверное, с прошлого года остались. Есть без всяких звездочек, кнопочек. Просто
одного цвета. Вот такая. А есть просто черная. И стоит она уже 99 рублей. Смотрите, какое блюдо. 30 на 22 сантиметра. За 199. Опаловое стекло. Выглядит прям белым-белым. И яркие цветы. Овальное. Имеются и другие расцветки. И вот такое. А также тарелка 19 сантиметров за 55 рублей. Тоже там и видно разные расцветки. Просто доставать не буду, здесь такая стопа большая. Немного остановимся на саде-огороде. Опять привезли вот такие емкости. Поддоны для рассады. 25-50. Такая довольно-таки большая. Я в такой сажала лилии. Только я использовала сначала торфяные горшочки, а потом в поддоны ставила. И вот как получилось, два поддона на балконе и на подоконнике прекрасно встали. Боюсь ошибиться с ценой, но, по-моему, вот 25-50. Пакеты для рассады. Объем 0,6 литра. Смотрите, даже можно не сажать ни в какие горшочки, а прям сразу в пакет. Ну, сразу здесь 25 штук. Цену, к сожалению, не вижу. Все, спросила у продавца, 51 рубль. Давайте пройду, потому что многим интересно. Уже начинают сажать рассаду. Это, кто не видел, это мини-парник, вернее, проращиватель для рассады за 199. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока. Как много здесь клеток разных. Ни в одном магазине я столько не видела. Может быть, новый привоз. Ну все, пока.